видали, какая причесочка у меня? Вот это я, блин, американский, блин, подросток, школьник. Вот это да. Меня так никогда в жизни не стригли. А чел, ну, начал нормально, все как всегда. Потом чувствую по ушам вот так вот. Короче, тут такой раз, тут. Я такой, ничего себе, ни в одном барбершопе мне так не делали. Потом он достает острую, опасную бритву. Начинает вот тут везде подбривать. Я думаю, ничего себе, что ж будет дальше? Настало время голову мыть. Голову моет шампунем прям вот так. Потом, короче, смыл, тщательно, жестко смыл, бальзам нанес. А бальзам же надо там ждать, да, минутку. Короночку достает. Достает вот эту штуку мне. И вот так, пока я лежу, вот так делает ей. Знаете, вот эта вот штука? Лежу такой, думаю, все это происходит. Секс какой-то или стрижка вообще? Ну, короче, 800 рублей с меня взяли. Я теперь буду туда ходить по-любому. Балдеж.